вечер. Сегодня у нас 15 марта 2014 год. И вот мы отправляемся на таком шикарном просто теплоходе, который называется три буквы. Ну, не то, что вы подумали. Дивина. Дивина. Это к Майами. Так просто обалденная Майами. Вот там позади и впереди, и везде Майами. Просто сказочно. Конечно, отправление с порта Майами это намного отличается от отправления из порта, из любого другого порта здесь во Флориде. Потому что Майами-порт, конечно, это Майами-порт. Это сказка, это нечто. Итак, мы уже наелись каштаны. Я уже наделала, примерно, часа два видео. Ходила везде по всем буфетам. Тут столько буфетов, столько еды, просто море. И сегодня заметила, что у меня лишний вес. И думаю, ага, еще 7 дней вот так вот питаться. Я домой, меня надо будет вызывать какой-нибудь трактор, чтобы меня домой отвезти. Итак, поехали. Мы едем на 7 дней. Мы будем... Первая остановка у нас будет в Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, как, наверное, все знают, это американская территория. Люди рождаются там гражданами США. И они не платят федеральные налоги. И у них свободный, ну, естественно, как у граждан США, у них свободный безвизовый въезд на территорию, опять же, Америки. Итак, все, пошла дальше. Накупалась уже в этом бассейне, назагорали с Аллочкой уже. Просто сказка. Вон Аллочка сидит по телефону, с кем-то болтает. Это мы на 15 этаже, тут 18 этажей. Вот сверху там, нет, отсюда не видно, там детские горки, каталки. О, я слышу уже теплоход начинает что-то в нем уже. Мы в 7 часов отплываем, я не знаю. Он, видимо, готовится. Красота невероятная, красота просто, конечно, невероятная, действительно. Все настолько красиво, все настолько... Ну вот, мы были несколько раз на карнивале, и я хочу сказать, что этот теплоход, ну на порядок выше, на порядок лучше. Он Тони уже с каким-то с ребенком играет. Все, всех люблю, целую. Если будет интернет, буду загружать видео. Если нет, значит, уже по приезду домой. Все, и еще раз повторюсь, за путевку, мы заплатили за путевку, каждая Аллочка 380 долларов. Я заплатила $380. Ну, соответственно, и Тони тоже $380. Так что вот за $380 7 дней беспробудного, хотел сказать, пьянства нет. Спиртное тут нужно покупать. Беспробудного обжорства. Это да, конечно, это нечто. И плюс шикарная каюта у нас, я уже все это сняла, но надо загрузить. Шикарная каюта у нас с громадным балконом. Я туда вытащу свой матрас и буду спать на балконе прямо под шум движения теплохода. Вон самолет идет на посадку в аэропорт. И вот там вот с той стороны Майами-Айленд, Майами-Бич. Не пойду я сейчас с камерой, я хочу успеть загрузить это видео. Всех люблю, целую, будьте счастливы.